Добрый вечер, друзья, с вами Квантум и Кратос, и это открытие 10 кейсов и очень дорогой крафт в CSGO. Просто безумно дорогой и просто все или ничего, назовем это так. Короче, всем здорово, а что мы крафтим-то? Мы сегодня крафтим, принцесса, Антон, тот самый спираль. Огненный змей. Откроем, посмотрим, что с них выпадет. В принципе, я уже неоднократно убеждался в том, да, то, что с них ничего не... Антон. Что за хрень? Что случилось? Какой-то? Что? Сходу глюки, блин. Что? Ну, это, понятно, блядь, выпало К-47 орбита, версия 0.1. Я не знаю вообще, что случилось. Я просто нажал на открыть. Эта коллекция уже устарела, и вообще она изжила себя. Нужно что-то новое. Фигнички, перчатки подъезжают. Конфетка. Конфетка, слушай, конфетка, это здорово. Конфетка, вау. This is есть good. It's a very good skin. Он мне импонирует немножко, но он, правда, раздреканный какой-то, и он как минимум после полевых испытаний. Ну, слушай, последний ключ, последний кейс, все это давай. Дело либо увенчается успехом, либо мы пойдем крафтить... Тебе выпадут перчатки сейчас. Да ты что говоришь такое? Они мне не выпадут, потому что мне выпадет Алоха. Так, нам выпал единственный хороший скин, это конфетка, и... ну нафиг, все просто нафиг, и... пошел отсюда. Стартрек изумрудный дракон, P90, это у нас петушок, мы его используем в контракте обмена. Что мы крафтим? Мы крафтим акусик изумрудный дракон, да? Ну это круто. Да, мы крафтим огненный змей, Антошенька, ты об этом прекрасно знаешь и постоянно забываешь, но это же другая история. Так, закинем все это в контракт обмена, и надо проверить, все ли у нас одного качества. А звезда Давида только сейчас пришла в голову, а другой не знаю, что рисовать. Ну давай змею, ну змея уже была. Циклопа нарисуй. Циклопа нарисовать, Антон? Не нужно рисовать циклопа. Ну смотри, типа змея, член, циклоп. Ладно, лучше не находить здесь связь. Такая связь получается. Ой, ты слишком долго разговаривал, и поэтому я нечаянно отправил все в контракт обмена. В принципе, я так все отправил ждануться, я просто запомнил его. Бургер быстро нарисуй. Котлета такая, мясо. Такая булочка с кунжутом, это так, и это Биг Мак. Пиу-пиу-пиу-пиу, блин. Я не знаю, что это такое, это, короче, это он сияет просто лучезарным светом. Огненный змей, да, детка! Статрековский огненный змей, да ты чё, серьезно? Антон, ты знаешь, что сколько это? Сколько он стоит? Ты знаешь, что это? Что это? Это огненный змей, который мы так долго крафтили. Который стоит, я не знаю, какого он качества на самом деле, но выглядит он более-менее целёй. Блин. Сука! После полевых испытаний... Знаете, сколько он стоит? Вот, по-моему, этот крафт сейчас окупил просто множество предыдущих неудачных видео. 52 тысячи! Вот ты, конечно, утапок. Ушлепок, утапок. Короче, повезло нам, звезде. 52 тысячи! Просто, ребят, понимаете, 52 тысячи стоит этот скин. Ну, вообще зачет. Блин, классно. Габенушка сегодня немного порадовал. Наконец-таки, давно этого не было. Ребят, ну а сейчас будет кое-что интересное, и мы продолжаем. Ребят, ну что же, мы продолжаем играть на сайте easydrop.ru, и у нас на балансе 10 тысяч рублей. Мы продали все, что у нас было, включая даже те самые ножи, которые нам выпадали, все о которых мы забыли. Продали все абсолютно. Набили мы необходимый баланс, и сейчас мы сможем открыть кучу случайных ножей. Случайный нож хочу. Ладно, начинаем со случайного ножа и открываем его обычно, потому что он, сайте, это случайный ребят. Нож. Его нужно посмаковать и понять этот самый вкус, тот самый вкус керамиды. Да ей дамасская сталь. Да ладно, они такие дешевые оказались. Ладно, продаем их. Открываем еще раз, ребят, быстро открываем давай, второй. Нет, в следующий раз откроем быстро, возможно, это не точно. Пусть он выпадет, пусть он выпадет нормальный. О, нормальный. Градиент 14 кэсиков под... Сколько? А чё подорожал так жестко? В смысле, он же вроде 14 тысяч стоил, или он прям завода, или он стафрековский, что с ним? Меня... Нет, я предлагаю продать нож, смотрите, и окупить баланс 20к в несколько раз. Ну, если получится, конечно. Продаем его, и я сделал, возможно, сейчас самую большую глупость, но зато мы делаем... Мы делаем просто нечто. Это третий ножевой кейс. Третий, просто, понимаешь? Третий ножевой кейс, пожалуйста.
Да ну, а чё он дешёвый, звездец какой, по-моему, 4. Ладно, первый нож не окупился. Они через один, видишь, окупаются, короче. Один окупается, один не окупается. Ладно, в следующий раз я открою... А сейчас, ночь ты не продал? Быстро! Я продал его или не продал я его, я не знаю, что я с ним сделал. Быстро открой, пожалуйста. Ладно, открываем быстро. Я думал, там хоть какая-то анимация будет, но зато ты окупился. Лол, зато я окупился, реально, зато я окупился, это большой плюс. Шарит, Антоша, шарит. Ладно, продаем его, открываем еще один какой-то уже. Нет, сейчас медь, давай чередовать. Нам нужен нож какой-нибудь тысяч за 20, такой какой-нибудь классненький и прекрасный. Кейс? Лорд нож! Я его хотел, и пофигу, что он стоит 15 кэсиков. Подожди, я нож продал или не продал? Так, смотри, в итоге что мы имеем? У нас есть ножичек, но мы вообще в плюсе. Давай продадим этот нож, потому что мы заберем себе лор нож. Блин, вот я его себе реально хотел. И пооткрываем тайны. Посмотрим, что нам выпадет с тайного. Уже неплохо. Открываем случайное тайное. Давай откроем быстро. Продаем его, открываем еще раз быстро. Не окупился, еще раз быстро. Опять, быстро. Золотая спираль. Это мы тоже забираем себе, попробовать еще раз. Давай посмотрим, что контракты тут себе представляют. Закидываем щелкунчик, это. Данил, да, и это тоже, и то тоже, и ножик тоже. Нет, иди ты нафиг. Окей, просто нажми на нож. Общая, тут бы... общая сумма. Давай хотя бы посмотрим, сколько ты стоишь. Все, отправляем. Общая сумма контракта 6000. Нужно, чтобы он окупился и... Да ты чё, серьёзно? Я тебе говорил. Нет, хорошо, что мы не закинули нож. Смотри. Ты просто понимаешь, изи два ножа. На этом все. С вами был Квантум и Кратос. Играли мы на сайте easydrop.ru. Ссылки на сайт будут в описании. Заходите, играйте, выигрывайте. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.